Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик», и мы с вами продолжаем праздновать Масленицу. Сегодня мы будем готовить крем к блинам и сделаем его из обычного банана. Нам понадобится банан, творог, сгущенка, ванильный сахар и сметана. Конечно, блины и так вкусные, их можно есть просто с маслом, просто со сметаной, со сгущенкой, с вареньем или с медом, но почему бы не сделать крем, если хочется разнообразия? Тем более идет Масленица, а я люблю эксперименты. И, кстати, переспелые бананы сюда тоже подойдут. Мы с вами берем творог и отправляем его в миску. Лучше всего, смотрите, взять творог не зерновой, а вот такой вот в брикете. Он по консистенции нам больше подойдет. Теперь отправляем к творогу ванильный сахар. Я использую вот такой вот с натуральной ванилью. Я сейчас говорю не про бренд, а именно про то, что в сахаре должна быть натуральная ваниль, а он не должен быть просто ароматизированный. Сахара ванильного добавляем совсем немножко, больше для аромата. И теперь кидаем в миску банан. Теперь добавляем 1 столовую ложку сметаны. И теперь немножко для сладости добавляем любимую всеми сгущенку. Теперь берем блендер с погружной насадкой и просто перемешиваем все наши ингредиенты до однородности. Наш экспресс банановый крем готов. Наш быстрый банановый крем готов. Посмотрите, какой он красивый получился. Теперь нам остается переложить его в красивую мисочку и подать к блинам. Посмотрите, какой классный у нас получился крем. Он довольно сладкий и универсальный. В него можно просто макать блинчики. Или можно его использовать для блинного торта. Можно смазывать блинчики, заворачивать в рулет, делать блинный торт или использовать его как сладкую начинку. В общем, вариантов очень много, поэтому обязательно сохраняйте себе этот рецепт бананового крема. И он, кстати, пригодится вам не только для блинчиков. Буду ждать ваши отзывы и ваши красивые блинчики в комментариях. Обязательно поставьте лайк этому рецепту и подписывайтесь на мой канал. Пока!